Меня зовут Стас, и я приветствую всех на канале Чок-Чок. А сегодня мы в гостях у нашего друга Саши Дружинина. Всем привет, дорогие друзья. Канал «Да, охотник». Стреляем линейка «Хантер». И сегодня у нас уже лонг. Тройка 32 грамма, фетровская, контейнерная. Если вы посмотрите на тройку, да, то есть на формат особенно центробоя, то вы поймете, что если тут зайца поместить, то ну его просто в кашу разнесет и все. Это опять же 30 плюс надо охотиться с этим условием. Номер 3 феттер 32 грамма в левую БК, в правую контейнер. Ну, что сказать, друзья, 35 метров, ну, тройка, все как и должно быть. Но БК у нас шире, в контейнере. Ну да, то есть центр боя здесь вот. Что тут, друзья, 125 дробин, что-то они даже не написал. Тут вот центр боя, вот он, это примерно 65 сантиметров. Ну, то есть все четко. Здесь БК шире. Пошире, как бы, ну вот он. Нет, так он без контейнера должен работать шире. Не, я вообще говорю, что это... Там равномерная осыпь, я не знаю, что сказать, ближе 35 так метров. А что тут говорить? Ну вот все рабочее, осыпь, все четко работает, что тут говорить. То есть лонг четко работает как лонг, собственно. Но у меня это мишени, продолжаем. Да, ближе. Вот такие вот самые обыкновенные фетеровские патроны мне больше всего нравятся. Вот они. Они прям, ну, 32 грамма умеренный заряд. И они на холодах так, без контейнерку тогда влево. И контейнерку тогда вправо. Вот они как-то более стабильно, что ли, работают. Как-то мне это нравится. Вот, да. Я вот еще почему именно фетр использую на своих отстрелах. Некоторые говорят, а что ты там не стреляешь там азотом, а что ты не стреляешь там еще чем-то там СКМом. Ну, если мне фетр нравится, зачем я буду чем-то еще стрелять? Ну, и он работает, смотрите, идеально. 50 метров, 101 дробина. А вот еще это даже 80%. Вот у меня 114, говоря. И вот еще одна даже, 115 дробина. Это получается почти 93%, а тут 80% кучности. Ну, чего желать? По равномерности, ну, я не знаю, идеально, лучше не придумать. Да куда уже знать, тут и знать ничего не надо, тут просто и для полтинника это идеальный бой. Так, в левую, друзья, там тройка, 32 грамма, в контейнере фетер. Что все-таки лонг реально стреляет уже 75-60 сантиметров, вот круг. То есть вот оно есть. Ну что сказать, что тройка, вот этой тройкой можно зайца до 50 метров стрелять. Гуся также до 50, до 60 метров, именно тройкой. На крупных... Единственное... В левую единица получается контейнер феттер 40 грамм. 36 грамм. В правую азот Сибирь 0,35. Так, вы просто для себя еще раз. И там, вот это там вот, кстати, тоже обнизил. Единица 36 грамм. Их 96 вот все. Петровская. А это 0,35 грамм. Азот Сибирь. Азот Сибирь. Тоже все прилетели. 0,35 грамм. Вы просто представьте такой бой. С таким боем реально можно на гуся, на зайца. Да это еще, во-первых, 100% лучше, чем любые ваши штатные чоки, даже на дорогих Беретта А400 Extreme Plus. Вы, вот это всего лишь Армсан Фенома. Стоит 49 тысяч рублей в магазине. Если вы на беретах постреляете А400 Extreme Plus по бумаге,
этими же самыми боеприпасами на любых штатных чоках вы такой бой у себя не увидите. 100%. 100%. Неоднократно это. А это вот недорогой турок. Поэтому проще купить недорогого турка, поставить на него наши импланты и не переплачивать, потому что их берет А400 Extreme Plus 350 тысяч стоит, а этот 49, 5 раз, в 7 раз дешевле. Значит, получается 0,35 грамм азот Сибирь в левую мишень и фетеровская дробь номер 1, 36 грамм в правую мишень. Ну, в целом тоже рабочий, хороший. Это ноль. Да. Мы мышку не стреляем на лём, мы стреляем гуся на лём. Ну, не, ну, само собой. Зайца стреляем на лём. Тут это наоборот, это как бы для ноля, это даже кучновато чересчур. Ну да, опять же, вот тут вот нарисуй зайца там какого-нибудь, его опять же всего перемает. Ну, это ноль. То есть, но... если мы, допустим, даже вот по центру нарисуем зайца, даже просто вот он, пусть там как-то, каким-то образом прилег. Ну, там просто решето получится. Побьет сильно, к тому же это крупная дробь. Ну, конечно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да даже десяток у него ноля прилетит, куда там вообще. Петер 36 грамм в контейнере, дробь номер один. Сейчас стрельнем на 50 метров один раз, в левую подойдем, в правую стрельнем на 35 метров. Погнали. И 35 метров в правую. Так вот, друзья, на 50 метров 76 дробин. Это получается у нас, ну, 70%, 75-5 там процентов. Ну и здесь все сотни процентов залетели. И здесь вот все 97 дробин. А даже лучей-то и нет. Но... Они даже нет, нет, ну что тут добавить, друзья? 50 метров, вот я говорю, 75% раз, дроби. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь лучей, не больше. То есть они всего лишь все 7 вот... дробин маленечко отлетели от центра. Ну это я скажу, если ты в зайца вот так попадешь. Я фиг знает, это еще ну, кучновато, это сильно, ну, на да. 35 метров, до 40 таким лонгом лучше охотиться, 32 грамма единичкой. Соответственно, давайте в левую мишень будет Energy стрелять и в правую глав патрон. Оба однерка 40 грамм. Так, 66, и тут 63. Так, ну вот смотрите, ребята, я не просто так отстрелялся вам 40-граммовым боеприпасом. Зачем я это сделал? Показать, как работают многокомпозитные акционные конуса. Ну так вот, друзья, продолжаем отстрел. 35 метров, 0, получается 35 грамм в контейнере в левую, 2 ноля, 35 метров, тоже азот Сибирь, в контейнере в правую. Погнали. Вот здесь из 65 возможных, 58 это равно 7 дробин всего потерялось. А тут 6 дробин потерялось. А тут 6 дробин потерялось. Ну, а то, если... то есть суть в чем? За 35 метров у нас вот кучность боя. Тут вот тоже круг. И здесь из 65 возможных дробин 58 прилетело, всего 7 ушло в сторону. И да я даже знаю, куда они вот тут прошли. Вот. То есть просто чуть левее стрельнул, ну и все, поэтому там и ушло. И тут 6 дробинок, и это, так это 0, а это 2 ноля. Это надо понимать.